Здравствуйте, с вами снова Александр. И в ассортименте магазина «Мир автокресел» появился бренд, который называется Evenflow. Это американская компания, и кресла действительно в чистом виде американские. Потому что таких здоровенных кресел с таким пространством и простором для ребенка я еще не видел. И весовая категория, вообще, он включает в себя все группы 0, 1, 2, 3. Но не эта фишка. Фишка в том, что от 2, грубо говоря, с половиной килограмм это кресло до 49 практически килограмм. Это я не знаю, это уже школа, уже старшие классы, наверное. Вот. Но, конечно же, в школе ребенок в ней ездить не будет, но запас места для ребенка, комфорта вот в этой посадке, здесь действительно куча места, очень комфортное, удобное кресло. Модель называется Symphonia E3 DLX. Конкретно эта расцветка, она относится к версии премиум, но я расскажу чуть-чуть позже о материале, используемом в нем. Вот. Поэтому кресло интересно, я очень хочу вам о нем рассказать, оно полезно будет не только для просто детей, но и для особенных детей с какими-то отклонениями, которым как можно дольше нужно ездить в детском кресле, для них оно тоже очень хорошо подходит. Вот. Так что приступим изучать. Начнем изучать мы с вами с группы 0. Соответственно, чтобы в группе 0 использовать это кресло, нужно установить его против хода движения, естественно. Вот, крепится оно, кстати, и изофиксом, и якорным ремнем. Вот якорный ремешок вам хорошо видно. Вот оно. Вот, и изофиксом. Система изофикса здесь удивительная, на мой взгляд. Вот здесь внутри, кстати, ролик автоматический, который натягивает и расслабляет его. Я такого нигде не видел. Вот он здесь, видите, как на рулетке. Вот. Он, как вы видите, на ремне, но это американская тема, они любят такие вещи, не жесткие, а именно вот такие. Но с другой стороны, безопасности это никакой роли не играет, на ремне он или нет, и так они очень безопасны. Кстати, эти кресла в 2 раза превышают уровень безопасности требований федерального уровня. То бишь, как они заявляют, это кресло в 2 раза лучше, наверное, всех на рынке. Поэтому не знаю, насколько это все правда, но в плане безопасности здесь все очень круто. И реально смело можно доверять ребенка. Вот, ладно, вернемся к системе крепления. Вот наш изофикс, вот якорный ремень. Сразу отклонюсь и расскажу вам, как это изофикс вообще в принципе работает. Вот видите, моя рука, я могу его вот сюда засунуть, и чтобы установить против хода движения, под обивкой я беру вот этот крепеж, под обивкой просовываю во 2-е отверстие, которое выходит вот здесь. Я надеюсь, вам хорошо видно. Секундочку. Вот. Вот мы сейчас с вами отсюда перекинули сюда. И теперь мы можем против хода движения его установить. Эту же процедуру мы делаем здесь. Вообще интересная задумка, конечно. Вот. Перекидываем. Вот, смотрите, все на самом деле очень просто. Вот. Перед этим, естественно, в положение горизонтальное приводим. Вот, берем просто сам изофикс, вставляем его. И с обратной стороны делаем то же самое. И причем получается, что вроде бы ремни, но оно, вот я не знаю, даже на сантиметр его нормально не отодвинуть. Оно как вкопанное, каким-то образом крепится за счет, видимо, вот этих натяжительных рулеточек внутри. В общем, вот так оно прикреплено против хода движения. Теперь давайте посмотрим, как его крепить по ходу движения. Отстегиваем.
Нужно будет сейчас процедуру обратную проделать. Просовываем вот сюда. Под обивочкой залезаем. И высовываем снова вот сюда. Вот. И с обратной стороны то же самое. Ну а с другой стороны, никаких глобальных переделок, ничего сложного. Просто просунули через готовое отверстие. Так, а теперь можно, соответственно, это все использовать уже с якорным ремнем. Кстати, здесь есть способ и крепления ремнем. Вы можете даже поставить в машине, где нет изофикса. Тоже проводится вот в эти отверстия ремень. И все. Так. Смотрим теперь, как по ходу движения. Якорный ремень, естественно, он крепится сзади на спинке сиденья, за подголовником, если в седане, и на спинке сиденья, если какой-нибудь другой кузов автомобиля у вас. Есть крючочек, за который вы крепите изофикс. Соответственно, вот процедура. Просто мы давим, он сам трк, и все, докручивает. Вот, сверху якорь, ремень. В принципе, можно еще продублировать ремнем. Тоже без проблем. Так, смотрите. Что касается самого сидения, здесь вы видите, что здесь реально куча места, очень много места. Оно очень просторное. Для совсем маленького ребенка у нас здесь есть вот этот вот вкладыш. Давайте сразу про материал скажу. Я вам сказал, что именно этот цвет относится к линейке премиум. Производитель заявляет, что эта ткань своего рода такой автоматическая климатическая установка, как в автомобиле бывает. Вот что-то типа того, вот эта ткань. Она может вбирать в себя тепло и холод, и когда нужно, отдавать его ребенку. Тем самым создавая максимально комфортную температуру и поддерживая ее постоянно для ребенка. Вот. Какая-то вот такая особенная технология. Не знаю. Отзывов лично еще не слышал, но заявка, конечно, громкая. Так, смотрите, что с себя представляет сиденье. Это кресло позиционируется как очень сильно безопасное, супер хорошие оценки у него по безопасности, по их версии. Вот. И, соответственно, эти кресла у них проверяются и на переворачивание тоже. Здесь вот на ремнях, на обычных пятиточных сверху, есть еще одни накладки, фиксирующие ребенка в грудной клетке. Вообще на груди должны быть вот эти фиксаторы. И, соответственно, в момент переворота ребенка исключена возможность вылететь из него. Вот. Для лучшей фиксации вообще, в принципе, даже ребенка вот эти вот ремешки очень полезны. Ну и, естественно, стандартные пятиточные ремни здесь тоже есть. Так, дальше. Подголовник. Очень-очень мягкий подголовник. Действительно, ну, американская тема. Действительно, они как такое креслище, домашнее плюшевое кресло. Прям все мягенько, все классно. Опять же, вот этот вкладыш убирается, места куча. Подголовник у нас растет по высоте. Высота ремней здесь регулируется немножко необычным путем. Мы берем просто за ремни и сами их регулируем. Вообще проще пареной репы. Так, дальше. Одну секундочку, ремни. Здесь посмотрю, где они делись у нас. Так. Когда ребенок вырастет, эти ремни демонтируются, и ребенок уже крепится взрослым ремнем. Обычным штатным взрослым ремнем. Ремень все по стандарту проходит у нас. Вот вам отсюда видно, вот таким образом, там защелкиваем, а сам верхний ремень проходит через подголовник.
сверху. И это нам дает правильную фиксацию ребенка в автомобиле уже более взрослого. Это где-то со 100 сантиметров роста можно уже будет использовать взрослый ремень. Также в нем вы видите подстаканники. Подстаканник продуманный с резиночкой. Вот часто в американских автомобилях сбоку где-то около торпеды есть вот такие сетки, куда можно прям бутылку ставить. Это все натягивается и держится хорошо. Вот, материал действительно очень сильно приятный, прям вот классный, мягенький такой, плюшевый. Вообще посадка, вот мы мерили детей в такие кресла, офигенная посадка. Просто на дальняк ехать, вот сам доктор прописал, лучше него я не видел еще. Есть еще CarMate Swing Moon, японское кресло, обзор на канале есть. Тоже вот приближенно в плане вот комфорта посадки, но вот здесь еще лучше. Вот, поэтому вот, ну, круто, действительно круто. Вот, по креслу, в принципе, все, что хотел я вам рассказать, рассказал. Мое мнение — бежать, брать и радоваться. Очень хорошее кресло. Соответственно, в плане безопасности нужно чуть получше вникнуть, но производитель действительно заявляет, что он в два раза превышает требования федеральные, которые выдвигаются, тот же ADAC, там все остальные. Вот он еще лучше. Здесь очень сильно защищена голова, боковая часть ребенка и на переворот. Не исключено, не дай бог, но бывает такое, что машины переворачиваются. Здесь в этом плане продумано как нельзя лучше. Поэтому я бы очень его рекомендовал. Мне лично оно очень понравилось. Я никому не навязываю свое мнение, это мое личное мнение. Но мне лично очень понравилось. Посадка, ткани, уровень безопасности, который заявляет производитель. Вот все отлично. У вас задел вот большой в прочности, в вместительности. Ну, в принципе, все отлично. Поэтому мое слово, как говорится, да, отличное кресло, 5 баллов, наверное, из 5. Ну, а выбор, естественно, как обычно, за вами остается. Вот. В заключение, если это видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если какие-то вопросы у вас остались, пишите, я на них обязательно отвечу. Вот. И спасибо большое Миру Автокресла за то, что предоставил на обзор нам это кресло интересное, Evenflo. Вот, и вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго, до свидания.